На неделе с официальным визитом Гомель посетила делегация Кировской области Российской Федерации. Гости побывали на выставочных площадках холдинга «Гомсельмаш», после чего встретились с руководством Гомельского областного исполнительного комитета за столом переговоров во дворце Румянцевых и Паскевичей. Обсуждались самые разные вопросы экономического и социокультурного сотрудничества. Главный акцент на взаимодействии в сфере сельскохозяйственного машиностроения. От индивидуальной корректировки комбайнов для работы на полях российского региона до обучения механизаторов. С подробностями Марина Джалы. Холдинг «Гомсельмаш» продает свои комбайны в Кировской области уже 14 лет. Сейчас на полях российского региона работает свыше 100 единиц гомельской техники. В исправном состоянии вся приобретенная за эти годы. При возникновении технических неисправностей хозяйства связываются с дилерским центром «Гомсельмаша», который открыт в Кировской области. На предприятии говорят, что экспортировать туда кормо- и зерноуборочную технику хотелось бы в больших объемах. Вопрос в финансировании. Хотя в последние годы «Гомсельмаш» принимает собственные программы, позволяющие удешевлять стоимость экспортируемой сельхозтехники. В этом году уже продали 4 машины. Значит, конечно, мы рассчитываем на большие объемы, так как в эту область поставляет и Россельмаш, и мы. В последние годы мы начали поставлять более интенсивно комбайны КВК-800, более мощные комбайны, зерноуборочные комбайны 12-18А1. Следующим пунктом визита делегации стала встреча с руководством Гомельского облсполкома. Она прошла во дворце Румянцевых и Паскевичей. Здесь были озвучены основные точки взаимодействия регионов и определены новые пути развития. Например, между Белоруссией и Кировской областью России есть перспективы сотрудничества в сфере пассажирского транспорта. Что касается возможностей Гомельщины, то это опять же преимущественно сфера сельскохозяйственного машиностроения. Приоритет у нас агропромышленный комплекс, тем более у нас есть точки соприкосновения. Посмотрели по, значит, направленности сотрудничества, по компетенции, видим точки роста. Поэтому мы, есть договоренность с председателем Гомельского облсполкома, с Владимиром Андреевичем о том, что сейчас мы на данный момент рассмотрим вопрос подписания плана сотрудничества на 2018-2021 год, который содержит все ключевые положения по сотрудничеству, естественно, которые дадут свой эффект с точки зрения роста нашего внешнеторгового оборота. Заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Котлячков вопросами сельского хозяйства занимается более 40 лет. В этой сфере все знает досконально. Говорит, лето на родине не очень длительное, а каждый день для аграриев на вес золота. Поэтому важно пользоваться техникой, которая отвечает всем требованиям для максимально эффективной работы в таких климатических условиях. На Гомсельмаше смогут совершенствовать комбайны и продавать их в оптимальном для кировских полей комплектации, плюс обучение российских механизаторов. Все рабочие вопросы обсудили, и в том числе связь между технической нашей государственной службой, чтобы мы могли предлагать, и встреча была с конструкторами завода, чтобы мы могли со своей стороны предлагать для наших климатических условий, какие бы усовершенствования в машине можно было еще принять заводу конструкторскому бюро. Кировская область, второй по производству после Кольского полуострова, имеет запасы фосфоритов, они не такие, конечно, насыщенные, но вместе с тем, учитывая и логистику, могут быть интересны и для предприятий нашей химической отрасли, в данном случае химзавода. Ну и, конечно же, установление побратимских связей, на которые мы, надеюсь, выйдем уже осенью этого года в рамках 5-го форума регионов Беларуси и России. Напомним, речь о 5-м форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в сентябре в Могилеве. Во время него планируется подписать соглашение о сотрудничестве между Кировской и Гомельской областями, Гомельским областным советом депутатов и законодательным собранием Кировской области. Марина Джала, Андрей Иванов, Новости недели.